Кажется, сова против, чтобы мы залезали в машину. Она взяла и специально накакала на место, где я сижу. Это, наверное, знак протеста. Да, сова? Зачем ты это сделал? Мне же тут сидеть еще. Сова мастер диверсий. Хитрая сидит такая на подушечке. Да? Кто-то скребется. Что, едем в Москву? Как все заснежило красиво. Я что-то не припомню такого, чтобы в ноябре было. 25 ноября. Вот. Обычно снег в ноябре бывает, но там либо слякоть, либо мороз без снега. Почему? А? Почему? Ну что, почему? Я не помню такой погоды. Сейчас елочка тебе трон принесут. Можно про них чего-нибудь сказать, что они есть. Мне подарили вот. Ай, фокусируйся. Лучику. Это маленькая осьминожка. Мы мудрый рух. Мы птички Саратов реабилитируем. Птички Саратов. Саратов, птички. Саратов, запомните, Саратов, у вас птички. Есть птички. Это самое. Где у вас вот визитка, QR-код? Вот так мы выглядим. Мы так выглядим. А вот QR-код. А где вас искать? Блин, нету QR-кода. Короче, вот, мы мудрый рух. Мы вот, тут, тут очень миленько есть номер телефона. Да. Если вбивать в Саратове, где, куда деть птицу в Саратове, куда деть сразу птицу же выбивается мудрый рух. Да. Хорошо. Это прекрасно. И всякие летучие мышки. И всякие кунички маленькие. А ботинки всякие. На столе вам зачем? Ботинки? Они это в большой сувенирке нам дали. Ага. 37-го размера офигительные ботинки. Крутые, всякие, да. Оленями и орлами. Да. Так, а тут уже посетители. Здравствуйте. А у нас еще ничего не готово. Я специально из Нижнего Новгорода. Знакомые кожурки. Да? Здравствуйте. Где там? Ты куда спрятался? Это что, все нам? Да, это все вам. Ничего себе. Спасибо. Так. И третье нам. И тетя Вере. Вот этот лук тоже, да? Да, это Никита Александровна, там зверя. Так. Это вот Сергею, там не жартю. Ага. Вот тетя Вере. Тетя Вере. Слушайте, от тети Веры вам сердечная благодарность. Она в таком все время восторге, она в таком умилении просит сказать спасибо. Но я говорю лично от тети Веры. Спасибо. Это вам спасибо за все, что вы показываете вообще такое счастье. Вот мы городские, я чисто жители, и дачи, и деревни. Такое вообще удовольствие просто каждый день смотреть. Ну, это здорово. Сокровища. А? Осьминожка? Осьминожка. Вон там, вон, вот такие осьминожки, их там совсем чуть-чуть. На бис. Я еще не поснимала ничего. А пакетик есть? Нет. Куда убрать? У Егора, как у кошки, только у кошки 9 жизней, а у Егора было 3 носа. Остался последний. Я так не рискну. Тут две комнатки. Я во вторую буквально на минуту заскочила, ничего не посмотрела. Заскочи, посмотри. Еще вторая комната? Да, вон там, через стенку. Понятно, надо еще туда сходить. Здесь вот Вера, собственной персоной. А вы без птицы, да? Мне говорю, что вы птицу какую-то же должны. Она вроде без. Пока. Да, она шикарный. У Дот? Что за вид вообще? Вот это варакушка. Варакушка. Ну, горлышко же, вот, самец варакушки, ну. Самец
шикарный самец. В ракушке еще у нас вот такая вот... Зарянка. Зарянка. Вообще в маленьких птичках ничего не понимаю. Но... Это вот единственное, что я маленькая из того, что у нас есть. Да, это маленькая коричневая птичка. Это вот удот, да. Удот, ну они очень узнаваемые вообще, классные. Нет, удот прям классный. Удот замечательный, да. А вот это что? Это мне нужна гусеница. Бери гусеницу. Я лучику. Теперь у тебя спасибо. У тебя будет семья из маленькой хламидии и гусеницы. Хламидия? А это хламидия? Нет, это не гусеница. Это хламидия. Это осьминожка, осьминожка. А, осьминожка. Да. Все. Подожди, а это... Это лимончик. Лимончик. У него 9 ног, это хламидия. Это девятиножка. Нет. Это осьминожки. Все хорошо, смотрите, какая милая, она с красными глазками. Давайте, я вам денег сейчас принесу за ней. Давай вот сюда деньги, вот сюда. Да, туда, сейчас принесу, да. А где Егор? Куда Егор делся? Смотри, это же не осьминожки, это хламидии. 9 ножек. К нам цыган пришел, и он календарь унес. Куда? К себе. Я сказала, что так. А деньги? Ну, цыган. А деньги, Зин! Цыган. Когда паспорт вернёт, тогда деньги. Этот человек тыкает сову уже 9 лет примерно, поэтому... Если бы это был заяц, он бы начал сейчас так судорожно, брезгливо, типа, умываться. Знаешь, зайца потрогаешь... Если бы елка была зайцем? Да. Она просто запоминает. Там Джасти даже у меня самая-самая ручная. Встретимся с вами в лесу, она потом идет такая вся брезгливо умывается и идет купаться в пыли. Типа, надо смыть себе вот это все. У нас все, все собираются. Елка такая. Директор комнаты. Чего бы не собраться? Да, скажи, я готова всегда, мне что собирать. Главное, чтобы у нее мышь не сперла крысу. Ну, пока не сперла. Это фонарик испытываешь? Да. Сов высвечивать. Куда ты светишь-то? Куда-нибудь вот туда, более можно. Так надо, а вперед? Сова у нас как большая. Всю дорогу сзади одна ехала. Да, Юль?